общем, какая проблема получается? Продавец обещал прислать это фонарик светодиодом Q5. То есть это вот у меня фонарик светодиодом Q5. Вот видно, Q5. Он мне прислал вот такой. Ну, как на картинке, но указано, то светодиод Q5. Но одна проблема, он светит намного меньше. Я сейчас покажу даже на тестере, как он отличается. Так, тестер. По току. Поближе. Так, в общем, будем использовать один такой аккумулятор. В общем, вставляем в этот. Это я взял в друга. Так, измеряем ток. Ток 900. Ну, в общем, 900 миллиампер на Q5. 900, даже 950 миллиампер. Это на Q5. Ставим на этот Q5. Вот я вставил, проверяем. Блин, не достает. Да что ж оно не светит-то? Так. Это не тот. Вот, максимальный режим. 390 миллиампер. Не, ну ладно, пускай 400. Максимальный режим. Это самый маленький, это моргающий. Вот, максимальный режим. 400 миллиампер. Заметили, какая разница? В этого и в этого фонарика. Сколько мощности разница. И светят они, то есть, как сказать, по-разному. То есть, этот лупит хорошо, тот я хотел, я думал, и этот такой же самый будет. Ну, продавец, походу, обманул. Ну, прислал не тот товар, будем спорить.